Путін відреагував на поставку Україні американських ракет «Атакамс». Сказав, що постачання «Атакамс» Україні – це помилка Сполучених Штатів. Вони завдають шкоди та створюють додаткову загрозу, але РФ зможе відбивати такі атаки. Послухаймо. Конечно, наносит вред. И это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. Но что самое главное, это кардинально... Вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Это вот об этом можно точно сказать.